Югавара, июль 2022 года. Наше любимое место нашей семьи. И кусочек дикой природы с океаном, со старым пирсом. Живописно разбросанными камнями и волнорезами, старым пирсом. Я называю это место страной дураков. Очень напоминает место из сказки о приключениях Буратино. Крабы, многоножки, морские водоросли. Но самое главное, вдохновляющий и оздоравливающий морской воздух. Сегодня немного облачно, поэтому не очень хорошо видны два больших острова впереди. Но тут такой небольшой залив. Вдали виднеется Изу, полуостров. А вот это вот жемчужина Югавара. Сегодня и тучи, и солнце. Волны небольшие сегодня. Нам удалось немножко посерфинговать. Ой, какой ветерок. Желаю всем мира, добра и благополучия.